А, вот эту хуйню, да? Да, она да. Уже сошла отсюда, вон она поломалась. Да? Да. Трубка там уже отдельно. Так. Трубка уже отдельно. Давай тогда поднимать. Надо ровно поднимать. Вот так. Колян, иди с той стороны. В общем, Тихо. О! Нормально. О, все, так, сейчас куда-нибудь надо, чтобы там было удобно слезать. Отпускаю. Я держу. Я держу. Рука распухла по-любому. Все, тихо, сейчас все срежем. Аккуратно. Легче стало? Если мы его расколем, то... Расколоть ты что, как? Вплотную. Руку сломаю. Сейчас тоже не получится. Пошли на балконик. Сюда. Поворачивай. Смотри, как нам... Можно ее повернуть? Попробуй давай, по чуть-чуть. Так, пока... Нормально? Нормально, отлично. Все. С той стороны будем ужимать и попробовать. Если бы он ее разогнул нормально, то это пулица. А так что? Так лежать нормально. Есть, смотрите, не, все, припухлость пошла. Надо резать. Так, защитный кран есть, Нальматов, Рома? Есть. Тоже давайте защитный кран, что будем резать. Вот другой защитный кран. Черный. И одеяло. Так, масло где? Масло мало. Там все черные. Да. На эту сторону его повернуть как-нибудь. Давайте пару человек держим. Давай, Маша. Подожди, давай. Стой, вперед я дай. Кто-нибудь придержит. Рома, подожди. Повернусь его. Да, все. Давай, Да что, он будет кусками удобно. Ну, нормально, давай нормально. Дальше здесь будет узкая. Да, не будет ничего. Там лобик какой засунуть ему же молкорец. Надо с чем дальше проверить. Да.